Ja, die CD mir muss ich ja wohl probiert und stehen, ja. Ja. Das ist dann alles so ein bisschen in den Ohren. Привет, Казахстан. Мы сели обедать, и я решила выйти в перископ. День влюбленных, да слушайте, никак. Мы приехали и были такие уставшие, то что в целом легли спать 9 вечера. Вот так он прошел, хотя был у нас типа столик в ресторане, все дела, но никуда не захотелось. Еще не проснулись только в 12 дня, весь день проспали. Привет, Украина. Покажи, что вокруг. Вокруг красиво. Там все в цветах. Секундочку. Okay. And club salmon. Зачем? Нет. Закажи. Ну, закажи любой. Шабли и пуи фюме. Шабли. Спасибо. And black tea. Black tea. Perfect. That's it. You're gonna be two, huh? Three. Так, чем оформлять брови? Вообще я их покрасила краской сегодня утром и перетрудилась, как вы можете заметить, поэтому у меня угольно-черная, особенно на свету. Буду ждать, пока смоются. Ростов. Конечно, это не самое подходящее место, чтобы сидеть перископ, но ну, ладно. Вам ловит? А, ловит он. Сердечки хотя бы висят. Связь плохая. Ну, вроде хорошая. Я все время очень плохо питаюсь. Косметику с собой взяла, да такую, самую обычную. Знаете, я обычно в поездке беру то, что можно выкинуть на месте. Браслеты Гермес или Эрмес, как там правильно, не знаю, не особо спокойно к ним отношусь. Нормальная связь, ну, слава. Где можно купить сапоги выше колена, это где угодно. Сейчас в Прадо было там, они вроде есть. Комфорт, посмотрите в интернете или в группе, у меня там есть все цвета. Нет, стрелок сейчас нет. Что едите? Я буду бутерброд с лососем и чай. Спасибо большое, Дарья. Так. Сушу голосу феном каждый раз. Передаю вам привет, Вербицкая 11. Помада Tom Ford. Крем с эффектом загара у Натуры Бисе есть. Кюр или как так он называется. Крем у него нормальный такой эффект загара. Привет, Чечня. Ваши фиалковые, красивый цвет. Погода в Париже. Сегодня утром было солнце, сейчас вроде будет дождик небольшой. Завтра вроде тоже солнышко. Не знаю, когда в Майами. Спасибо большое. На Турбисе, да. Хотя в целом на Турбисе мне косметика не очень нравится, но у меня вот косметолог в отеле, где я была, на ней работала, и мне она что-то сильно понравилась. Плюс этот крем хороший. Да хорошее впечатление от Парижа, они никогда не будут плохими. Домой поедем после Парижа. Спасибо большое, Тата. В Краснодаре плюс 26, офигеть. Домой дальше поедем. Фильм посмотреть какой? Третья персона. То есть последнее, что я вспомнила, потому что я его недавно пересматривала. Еще фильм. Так, в самолете я что-то там смотрела, но там ничего интересного не было. Мне сейчас что-то ничего было не такое. Спасибо, фиолетовые сердечки. И горчичный. Прикольное сочетание. На сегодняшний день, вот сейчас с подружкой встретимся, потом на выставку сходим, а вечером пойдем в этот, в Лидо. Любимый парфюм,
Ну, походу, это молекула вторая, потому что все меня спрашивают, чем я пахну. Сейчас мы были там в бутике в одном, и мужчина-продавец тоже пахнет, говорит, чем от вас пахнет, чем от вас пахнет, я хочу такие же духи, короче. Я ему сказала, что это духи. Сколько уходит утром на макияж? Не знаю, думаю, 10 минут. Цветные сердечки, приятно. Ток. Ток. Что это значит, честно? Я бы телефон поудачнее ракурс поставила, но мне как-то стрёмно. Косметику Нюкс. Мне кажется, что-то пользовалась, но в данный момент что-то припомнить не могу. Свежие сегодня. Спасибо на добром слове. Я со Стёпой. Это французский учить сегодня все прошло, что он отправит мне учить французский. Потому что мы здесь постоянно что-нибудь заказываем, нам приносят не то, что мы заказываем. Типа он заказывает белое вино какое-нибудь определенное, мы вообще красное приносим. Да. Чтобы выглядеть шикарно, мне требуется хороший сон. И много времени, но что-то не получается в последнее время. Мы в Костас, да. Блин, такие цветы тут всегда красивые стоят, я не могу. Даже если пойдете просто по этой улице, пойдите на витринах, посмотрите, космос какой. Тут отдыхаем сейчас. В Грузии не собираемся пока что. Летом можем отправиться. Красивая кофточка, это свитерок. Это хорошее качество. Все, ребята, буду кушать. В чем одета? Свитер, леггинсы кожаные, синие, и уги, и пальтишко розовое. Я рисовать, наверное, врожденно больше. То есть учили, и важно, какая у тебя школа, какой преподаватель, но там я как-то, у меня сразу пошла. Приятного аппетита, спасибо большое, ну все, всех целую, пока.